Смотровая площадка на улице Советской уже как минимум 2 недели находится в разобранном состоянии, все спуски перекрыты. Когда же начнется ремонт, пока неизвестно. Одной из главных достопримечательностей Оренбурга, спуску на Беловке, в прошлом году исполнилось 60 лет. За это время его особо никто не ремонтировал, а он, в свою очередь, активно разрушался временем. И вот на сегодняшний день руки администрации города, казалось бы, добрались до потрескавшейся лепнины, ступеней и плитки, но пока все ограничилось разобранной площадкой. Горожане недоумевают, зачем разбирать и перекрывать, если никто ничего в итоге не делает. Очень часто здесь гуляю, и вот этот ремонт очень мешает прогулкам. И хотелось бы, чтобы скорее достроили уже. На самом деле очень неудобно, потому что у нас будут 2 главные лестницы, 2 главных выхода и вход на мост. А теперь приходится ходить с той стороны. Также это намного сложнее, для стариков сложнее, также для детей. Ну, может быть, они стараются сделать все как можно тщательнее, как можно лучше, чтобы далее со временем дольше простояло. На самом деле доставляет очень большие неудобства. Очень неудобно, спускаться вниз, приходится обходить все это. И я бы хотел, чтобы они быстрее закончили свои работы. Стоит напомнить, смотровую площадку по плану собирались облагородить ко дню города, а после перейти к ступеням и перилам. Но, видимо, ходить через Елизаветинские ворота горожанам предстоит еще долго. Работы приостановлены, но в ДОС еще пока еще никто нам не дал ни один год не объяснить право работы. Погода становится... Вообще у нас этот контракт переходящий на 17-й год. Там глобальный, колоссальный объем работы. Все от и до. То, что там подмазано, это... как говорит верхушка айсберга. По словам Риты Гончаровой, на реконструкцию объекта выделено более 4 миллионов рублей. Остается верить, что в следующем году оренбуржцы и гости города увидят спуск к пешеходному мосту во всей красе. Иван Бер, Константин Воробьев, «Наше время».